обратить ваше внимание на эту прекрасную экспозицию абстракции, которые здесь представлены. Это яркая художница и, я бы даже сказал, такая промоутер всего таинственного, всего такого энигматичного, красивого, Анастасия Брижань. Давайте поприветствуем ее. Сегодня награждаем этот сертификат Ambassador for Peace. Анастасия, для вас. Олег Фира, прошу вас. Да. Поздравляем. Поздравляем от души. Вам несколько слов, прошу вас. Добрый вечер. Очень приятно. Большое спасибо. Хочу выразить отдельную благодарность Сергею Дворянову и дипломатическому клубу Айка Бигце. Очень приятно. Спасибо большое. Хочется напомнить, что только через созидание и любовь мы можем достичь светлого будущего и процветания. И очень хотелось бы поговорить вашему клубу картину под одноименным названием «Процветание». Картина, на которой представлены вот стебли с бутонами, которые прорастают в основном. Спасибо огромное. Мы с удовольствием принимаем этот подарок. И я думаю, что в свою очередь будет более правильно, чтобы эту картину передали вот международный клуб «Миллениум». Потому что давайте сделаем это тысячелетие процветания. Это вот знаковая картина с хорошим, красивым названием. Это будет очень правильно.